Құрметті достар, если вы 25 числа не хотите выходить на митинг, не выходите. Это значит, вы согласны, что живете в рабской стране. Это значит, что вы не хотите перемен. Это не значит, что вы не хотите получать 1,5-2 миллиона тенге. А люди, которые хотят получать, они уезжают в Южную Корею, Великобританию, куда угодно уезжают. А внутри страны все это можно добиться. Вот чего мы хотим. Чтобы вот эта воровская власть, чтобы ее не было у власти. Вот что мы хотим. Чтобы вы, народ, выбирали лидеров. Чтобы не сидели там всякие разные люди, друзья, родственники или там по какому-то признаку, да? Вот сейчас как Тохай, до этого Назарбаев все были шапрашты по своей линии, родственники. Сейчас вот Тохаев, Жалаир там и так далее. Это никуда не годится. А для того, чтобы действительно была сильная страна, нужно, чтобы конкуренция была. Вот как магазины между собой конкурируют, и вы выбираете, где товар лучше, цена лучше. Так и во власти должны политики быть, чтобы вы их выбирали, а не чтобы они сами себя не назначали. Вот так живет Америка. Вот Байден, например, что-то хочет сделать, его везде парламент жмет. Конгресс жмет, Сенат, он ходит, доказывает. И тогда решение народное принимается. А у нас кто там в парламенте сидят? Депутаты, которые вы не знаете, которых сам назначил у себя в кабинете Тохаев. Для вас депутаты вообще ничего. А в мире депутат, он представляет народ. Вот, вот что мы хотим. Мы хотим, говорит, мирно жить. Да, вот вся Европа мирно живет. У них парламентская республика во всей Европе. И живут мирно и богато. А в нашей стране, когда говорят тихо, это значит быть рабами. Біз құлып кеттік. Бастарымызды көтермейміз. Ар жағында Қытайдан қорқамыз, мына жерден Путиннен қорқамыз. Содан әр жерден қорқып жүреміз. Құл болып кеттік. Вот что мы хотим построить. Понятно, да? Вот почему нужно выходить на митинги, менять страну, все менять. Хватит уже, сколько можно терпеть вот этих гадов, которые власть держат. Что за народ мы такой, трусливый? Чего мы боимся?